Всем привет! Сегодня я заехал в такую вот деревушку Альпштадт-Лауфен. С этой деревушки начиналась наша жизнь в Германии. Вот она находится в такой вот низине. Я сейчас проедусь по улицам, покажу. Мы когда помню, что белочка бежит по дороге, вон она. Тут в этом году их много, этих белочек. Я помню, мы когда приехали, автобус нас привез сюда, в эту деревню, выгрузил. Мы с такими глазами на все это смотрели, домики такие красивые, не могли глаз оторвать. Это сейчас мы уже привыкли ко всему, ну, кажется нам, что так все и должно быть. А тогда, в то время, для нас это все было в диковинку. Вот это необычные дома, необычная архитектура. Все казалось нам таким красивым, несмотря что на то, что даже вот здесь старые дома, все равно они смотрятся как-то, ну, необычно. После долгих лет в России было очень красиво для нас. Вот здесь вот с правой стороны, сейчас здесь этот перестроили этот дом, а вот здесь вот с правой стороны, здесь у нас был хайм. Именно вот сюда, в этот двор нас привезли. Сейчас этот хайм переделали, общежитие переделали в этот многоквартирный дом. Сейчас там живут люди. Вот по этой улице мы дочку водили в садик. Мы практически первые полгода здесь жили, каждый вечер ходили по этим улицам гулять. Мы просто ходили и любовались домами, двориками, как обустроены дворики, нравилось нам. Именно вот с этой вот деревни наша жизнь в Германии началась. Вот с правой стороны церковь местная. Дальше идет школа. Деревня небольшая, но практически все здесь есть. Здесь дочка, когда мы приехали, дочка была маленькая, мы когда ходили гулять, мы практически каждый день сюда приходили, на вот эту детскую площадку. Я даже не представляю, сколько мы здесь километров намотали по этим улицам.
как люди оформляют свои дома. Приятно посмотреть. Ты, если мимо пройдешь, обязательно обратишь на это внимание. Вечером приходят с работы, для них, наверное, кажется нормой.